test my mental focus, and because could I focus on the game or worry about what's being said by this guy on court side or this fan behind our bench or whatever, and I was able to go out there and play. He's been called half man, half amazing. My conversation with Nets star Vince Carter coming up next. A lot of fans are coming up to me now more than ever and just saying, hey, Big Shot Bob. I like to say when it's time to turn it up that I turn it up. I got a toughness inside of me that just won't let me quit. Wayne Wade with a beautiful move. If you're going to be in the NBA, if you're going to be out there on the basketball court where people can watch you, why not try to put on a show? Here comes Willis. The crowd is going wild. A lot of fans are coming up to me now more than ever and just saying, hey, Big Shot Bob. I like to say when it's time to turn it up that I turn it up. I got a toughness inside of me that just won't let me quit. Wayne Wade with a beautiful move. If you're going to be in the NBA, if you're going to be out there on the basketball court where people can watch you, why not try to put on a show? Here comes Willis. The crowd is going wild. Bird fires. It's a three-pointer, and he's tied the game. Oh, a spectacular move by Michael Jordan. Hi, everybody, and welcome to our second season. Шоу Марва Альберта. Недавно я встречался с игроком Нью-Джерси Нетс. Его зовут Винс Картер, и оказалось, что в свое время он тоже был болельщиком. Кстати говоря, о названии передачи. Мы, после многих споров и дебатов, решили оставить прежнее, какое было и в предыдущем сезоне, шоу Марва Альберта. Для тех, кто ждал нового сезона, мы решили вознаградить вас за ваше терпение, а для тех, кто смотрит нас впервые, расскажу, о чем наша программа. Каждый наш эпизод посвящен интересным людям, играющим в лиге, тем, кто делает НБА таким многообразным и интригующим зрелищем. Все это вместе связывается рассказом об удивительном таланте и способностях этих выдающихся баскетболистов. И сегодня мы проведем время в обществе игрока, заставившего нас забыть о законах гравитации, баскетболисте Нью-Джерси Нетс Винси Картере. Его способности играть гораздо выше уровня кольца сделали его кумиром болельщиков. Но одна особенность отделяла его от других игроков, когда еще проходило его формирование как баскетболиста. Ну разве можно не восхищаться этими фокусами высоко над уровнем кольца? Когда вы узнали, что вы отличаетесь от других игроков? Когда вы это поняли? Сложный вопрос. Мне всегда нравилось играть в баскетбол. Я получал удовольствие от побед и от того, что я делал все, на что способен в этой игре. Я учился в школе и на второй год поехал в школьный лагерь, где проявил себя очень хорошо. Вот тогда я почувствовал уверенность в себе, и меня начали приглашать разные университетские команды. Дин Смит и Майк Крижевский приезжали для того, чтобы посмотреть на мою игру. И вот с того момента, наверное, все и началось. Вы играли в школе на барабанах, учились играть на саксофоне. Что это было? Проявление черт Кларка Кента в вашем характере? Было время, когда я приходил с репетицией группы на тренировку по баскетболу. Но так и мотался. Мне нравилось это, и я не хотел бросать ни одного, ни другого занятия. Выбор Северной Каролины был предопределен. Вас не беспокоило невольное сравнение с Майклом Джорданом? В моем списке была Флорида, Дьюк и Северная Каролина. Как только я выбрал Каролину, то сразу почувствовал напряг. Сначала было очень тяжело, и мне стоило немало усилий
усилий доказать людям, что Майкл Джордан Майклом Джорданом, а я – это я. И как только болельщики увидели во мне индивидуальность, я несколько успокоился до моего первого сезона в НБА. Так случилось, что как только ты пришел в лигу, НБА настиг локаут, который чуть не погубил твой дебютный сезон. Как только наступил локаут, я вернулся в университет в Северную Каролину, пошел продолжать учебу, тренировался и постоянно был в форме. Но постоянное ожидание начинало надоедать. Хотелось поскорее тренироваться с моей командой НБА. Было ли легко сделать баскетбол популярным в Канаде? Это было непросто, поверьте, потому что, когда говорят «Торонто», то всем на ум сразу приходит хоккей. Было нелегко привлечь сюда талантливых игроков, чтобы они остались здесь. После второго своего сезона Трейси Макгреди, например, решил переехать. А я продлил контракт и остался, потому что все в клубе относились ко мне хорошо, и мне захотелось помочь им сделать так, чтобы клуб стал одним из лучших. Мы попытались побаловать наших болельщиков и превратиться из команды лузера, неудачницы, в команду, которая каждый год выходит в плей-офф. Я так понимаю, что ты был фанатом НБА, и в тот период Джордан был твоим кумиром? Я смотрел за его игрой, но в то время моим идолом был доктор Джей, Джулиус Ирвинг. Я всегда восхищался игрой Майкла и уважал его. У меня огромное количество кассет с записью его игр, что он делает на площадке, как выглядят эти невероятные вещи. Так что я поклонник и его таланта тоже. Когда вы только начинали, вы пытались подражать Джулиусу или Майклу? О, да, конечно. Способность исчезать на площадке – это одна из тех вещей, которые я попытался повторить за ними постоянно. Я использую это и теперь. Как и его кумир детства Ирвинг, Винс Картер – один из самых великих данкеров и самый популярный баскетболист во время голосования болельщиков за кандидатуру в команду всех звезд. Картер и доктор Джей три сезона были первыми в голосовании, пропустив в истории вперед себя только Майкла Джордана, который побил все рекорды и был первым в голосовании 9 раз. Но мы еще вернемся к человеку, который многие считают пионером современных полетов в НБА. Так как первые 5 лет своей карьеры Джулиус Ирвинг провел в Американской баскетбольной ассоциации, то его имя не встретишь в 10 лучших снайперов НБА. Однако только Карим Абдул-Джабар, Уилл Чемберлен и Карл Малоун заработали больше, чем 30 026 очков Ирвинга, которые он набрал за свои 16 профессиональных сезонов. Это только всего лишь цифры, которые сделали Ирвинга легендой. Но что за ними стоит? Его просто называют доктор Джей. Никто так не играл, с таким стилем, грацией и с такой силой. Может быть, кто-то и делал хорошие данки до него, но Ирвинг все равно был тем, кто владел ситуацией над кольцом. В 1971 году Ирвинг покинул университет Массачусетса и подписал контракт с Вирджинией Сквайрс, клубом Американской баскетбольной ассоциации. Молодой динамичный игрок сразу сделал лигу популярнее. Это был не Джулиус Ирвинг. Это был доктор Джей. А это значит, что когда он выходил на площадку, он оперировал на ней. Это было лишь беглое знакомство с игрой, современной игрой 90-х годов, в те 70-е годы. Его стиль игры намного опережал весь стиль того баскетбола 70-х. Он не просто был самой большой звездой ABA, он был ABA, он был символом лиги. Он
дал лиге возможность поверить в себя, придал ей индивидуальность, сделал ее узнаваемой. В 1976 году четыре команды из ABA перешли в НБА. После трех лет, проведенных в Нетс, Джулиус перешел в Филадельфию 76. Я больше не игрок Нью-Йорк Нет, я теперь играю за Филадельфию, и каждый, включая меня, должен к этому привыкнуть. Город сходил с ума. У нас будет играть доктор. Все просто обалдели. Дети на детской площадке. Люди в церкви, все говорили об этом. Нет сомнений, он самый великий нападающий всех времен и народов. Из университета Массачусетс, шестой номер, капитан Филадельфии, Джулиус Доктор Ирвинг. Так объявляли Ирвинга в «Спектруме», в том дворце, где тогда играла Филадельфия. И Джулиус зажег фанатов НБА своей воздушной акробатикой, своими потрясающими данками. Все болельщики были в восхищении, завороженно наблюдая за его потрясающим стилем игры. Я думаю, игра с сильным оппонентом — это самое замечательное, это твое самовыражение. Броски сверху были лишь частью его блистательной игры. В свой первый год в клубе Ирвинг вывел 76-х в финал НБА. Но нам понадобилось еще три раза выходить в финал и каждый раз сражаться за чемпионский титул с Лейкерс, прежде чем в 81-м году Филадельфия все-таки стала чемпионом. Ирвинг стал послом баскетбола благодаря своей самоотверженной игре, профессионализму и благородству. У него были не только выдающиеся способности, у него была замечательная аура. Он был настоящим джентльмен и дипломат. Он был личностью, он был тем, на котором останавливался взгляд. Знаете, я научился у него нескольким мелочам, которые круто изменили мою жизнь. Я научился всегда оставаться человеком и думать о других. Мне повезло, что я был знаком с доктором. Когда Ирвинг забивал сверху, толкаясь с линии штрафного броска, он установил такую высокую планку, что его стандарты держатся до сих пор. В следующем блоке Винс Картер поделится секретами полетов к кольцу, вспомнив свою игру 2000 года, когда он стал победителем Slam Dunk Competition. Спортсмены каждый год путешествуют и преодолевают сотни тысяч миль, переезжая из города в город. Надо сказать, что все летчики практически в стране знают Винса Картера. Он как раз тот пассажир, который всегда указывает, что у него есть лицензия на управление самолетом. Но когда Винс Картер на площадке, он не зависит ни от каких летчиков, потому что летает он сам по себе. И с тех пор, как он переступил порог баскетбольной площадки, баскетбольного зала, он один из самых ярких игроков НБА. В 99-м году Картер стал лучшим новичком года и сразу же попал на игру всех звезд, где всех потряс своими удивительными данками. Как вы думаете, вопрос Картеру, запомнили ли это болельщики? Трудно судить, но я точно знаю, что для меня мечта стала явью, когда я появился и смог показать всему миру, что я могу делать с баскетбольным мячом. Марв Альбер вспоминает, что он был одним из телекомментаторов, присутствующих там, и навсегда запомнил ваше лицо после первого удачного данка. О да, мне было очень хорошо, особенно после того, как забил первый мяч, который, в общем-то, был самый сложный в той программе. Я несколько раз промахивался, репетируя этот бросок с разворотом на 360 градусов. И, кстати говоря, я не планировал его повторить во время самого конкурса. А потом, когда вышел на площадку, подумал, ну почему бы и нет? И как только он у меня получился, я был счастлив, и в тот миг сказал себе, если кто-то выиграет у меня сегодня, то этот кто-то гораздо лучше меня. This, like I said, 10 is not enough. Oh!
Вот такой набор бросков сверху Картер продемонстрировал в том матче. Но это был февраль 2000 года. Не матч, а конкурс по броскам сверху. Привел в восторг не только зрителей, но и практически всех игроков, приехавших на матч. Увидим ли мы снова что-нибудь подобное в исполнении Винса Картера? Не знаю. Я думал об этом, но трудно сказать. Может быть, в Лас-Вегасе на матче всех звезд 2007 года? Ведь где еще лучше продемонстрировать такое искусство? Что делает ваш данк таким неповторимым? Время зависания в воздухе, ваша физическая сила, что-то еще? Но это зависит от ситуации и от защитника иногда, против которого ты играешь. Ты ведь можешь сделать данк против игрока, который понятия не имеет, как прыгать и блокировать. А есть игроки, пользующиеся уважением в лиге, которые могут поставить блок-шот даже в том случае, когда я несу мяч сверху. А бывает, что парень очень много со мной разговаривает во время матча и заставляет меня разозлиться. Ну и тогда он оказывается по другую сторону данка. Это не всегда приятно. Я думаю, что и публика, ее отношение ко мне тоже влияет, имеет значение, как они реагируют на мои броски. Один из самых запомнившихся данков в вашем исполнении, прозванный французской прессой «Данк смерти». Мы имеем в виду мяч, который вы забили через центрового сборной Франции Фредерика Вайса. Между прочим, он был на драфт-чойсе Нью-Йорк Никс, но в НБА так и не провел ни одного матча. Что вы думаете по этому поводу? А я видел Фредерика, когда шел на кольцо, но, честно, не обращал на него внимания, потому что был сосредоточен на том, как пройти к корзине. Ведь все перемещались по площадке и меняли направление своего движения. Я понял, что лучше атаковать сход, пока на меня не очень обращали внимания. Я не помню всего, просто помню, что прыгнул, коснулся его и сделал данк. Но я не мог подумать, что я через него перепрыгнул. Вы понимали, что со временем этот данк обрастет своими легендами? Я думаю, что здесь самое главное, что у меня рост 198, а у него 218. В этом и есть что-то особенное. Винс Картер, между прочим, уже обещал, что на площадке в Лас-Вегасе во время матча всех звезд он снова принят участие в слэм-данк-контесте. Так что после рекламной паузы мы поговорим о его последних годах в Торонто и первых в Нью-Джерси. Несмотря на свою огромную популярность среди болельщиков, Винс Картер не избежал критики со стороны прессы. На многих спортсменов, несмотря на то, что их игра зрелищная и интересная, вешают всевозможные ярлыки, когда команда не справилась с заданием, не добилась успеха. Все это Винс знает не понаслышке. Рекорд НБА – 9 трехочковых в одной игре плей-офф, включая 8 в первой половине матча, в третьем матче полуфинала Восточной конференции. 10 дней спустя после замечательного выступления на площадке вы решили пойти на выпускной бал в свой колледж. А это было перед седьмой игрой. Оглядываясь назад, вы бы сделали как-то по-другому? Нет. Я не понимаю, в чем здесь проблема. Я просто воплотил свою мечту в жизнь. Более удручающим для меня было слышать критику в свой адрес. Я мечтал закончить образование. Я это сделал и пошел на выпускной. Потом я отдохнул перед игрой, как всегда, и вышел на площадку. Не так уж плохо я играл в тот день.
a few jump shots early, the teammates will forget that he was not here with the team last night. If he plays great, they will love him. Carter with six on the shot clock. Knocks it down. I was back, made it to the meeting, got my proper rest. Кстати говоря, на собрание перед игрой я успел, приехал выспавшийся и действительно опять стал самым результативным игроком в своей команде. Просто команда не выиграла, а Филадельфия вышла в финал Восточной конференции. Вы расстроились, когда узнали, что в Торонто все закончится не так счастливо, как вы бы хотели? Это было тяжело. Было такое впечатление, что руководство клуба и я разошлись, что наши пути разошлись. А что вы помните сами из того своего первого приезда в Торонто в составе Нетс, когда вы одержали победу? Я знал, что меня будут освистывать, но это только подстегивало меня выйти на площадку и играть на все 100% своих возможностей. С этим недовольством всегда можно справиться, если играешь здорово. Они видели, как я рос у них на глазах, превращаясь из молодого игрока в новичка года, потом в звезду. Помнят меня, когда я попал, вывел команду в финал конференции, победив в плей-оффах, в серии плей-офф Никс. Мы вышли тогда во второй раунд. Они видели, как из мальчика я стал тем игроком, каким стал. И сейчас, кажется, все закончилось. Второе возвращение в Торонто было довольно драматичным финалом. Какое место это возвращение занимает в вашей карьере? Конечно, эта игра входит в пятерку сильнейших воспоминаний из-за атмосферы момента и из-за того, кто был нашим соперником. Это одна из самых выдающихся побед команды, за которую я играл в моей жизни. Мы играли на той площадке, на которой я вырос, и это было удивительное ощущение. Решающий бросок Картера трехочковый. За 2 секунды до конца приносит победу Нью-Джерси Нетс над Торонто Рэпторс. Возвращение домой. Вот тройка, которая до сих пор украшает Нью-Джерси Нетс. Джейсон Кид, Винс Картер, Ричард Джефферсон. Повлияли ли эти звезды, которые играют с вами в составе Нетс, на вашу игру? Надеюсь, что да. Каждый готов пожертвовать собой для победы своей команды. А если все хотят одного и того же, то это всегда получается, сбывается. Если Нью-Джерси снова захотят выйти в финал, то Винс Картер – лучший кандидат для того, чтобы привести туда команду. Картеру, которому стукнуло в этом сезоне 30 лет, может быть, достиг пика в своей карьере, но как студент он хорошо понимает важность кульминации на пути к чемпионской славе. На этом истекает время нашей программы. До встречи через неделю, и мы расскажем на следующей неделе о звезде Индиана Пейсерс, великом Реджи Миллере. Спасибо за то, что смотрели наше шоу. You have to be a little bit afraid of failure, or you're never going to be able to succeed. But I always felt if I prepared myself well enough, I was always going to be able to give myself an advantage.